Привет, здравствуйте. Ребят, всем привет, здравствуйте еще раз. Эфир был потрясающий. Это была моя давняя мечта. Бригада Ужас существует с 2008 года, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, сегодня в роскошной студии мы провели наше утро бодро и весело. Действительно, месяц назад мы уже выпустили наш мини-альбом EP «Качели». Состоит он из 5 треков. Один из этих треков вы уже слышали ранее, называется он «Вселенная». Все остальные 4 трека представлены впервые. Все треки о любви, все треки о прекрасном, о эмоциональных качелях, о том, что любовь случается прекрасная только раз, возможно, о том, что есть вселенское счастье, бывают какие-то конфликты, но все приходит к гармонии и любви. Я думаю, что этот ответ точно ответ может дать слушатель. Вот. С нашей стороны мы придерживались концепции классического звучания Arctic Asti, например, в песне «Только раз». Конечно, есть и современное звучание в таких песнях, как «Качели» и «На ножах». Отдельный привет нашему автору Диме Лорену. Спасибо тебе большое за эти треки. Вот. Ну и, конечно, моя любимая песня этого альбома, та, что делает больно, песня с нервом, песню, которую я обожаю. Берегите друг друга. Вместе с релизом альбома EP «Качели» у нас уже вышел клип «Качели», на трек «Качели». И совсем недавно мы презентовали клип на песню «Та, что делает больно». Спасибо большое за просмотры. Клип «Та, что делает больно» движется с какой-то космической силой. Мы в трендах. Большое спасибо вам, дорогие зрители, за вашу поддержку. Вообще, за всю карьеру Arctic Asti, я думаю, что это, конечно же, трек «Гармония», с которого началась новая веха группы Arctic Asti, и одним из самых душевных клипов. Я считаю, что это клип «Та, что делает больно». На самом деле, я приглашаю каждого из вас на наши концерты, и это тот случай, когда роковые вставки прекрасно звучат в наших треках, в лайв-версиях, и, конечно же, это та музыка, которую я люблю, которую всю жизнь слушала, и вот так вот умело мы ее стараемся компилировать вместе со всеми нашими треками, чтобы был нерв на разрыв аорты от всей души. Сердечно для вас ждем вас на наших концертах.